Торжественная церемония вручения паспортов новому поколению химчан прошла в главном зале музея «Артишок». Почетную миссию поздравить ребят и вручить им главный документ гражданина Российской Федерации взял на себя глава округа Дмитрий Волошин. Я поздравляю вас всех, дорогие друзья, сегодня с этим важным событием. Но хочу напомнить вам о том, что, получая паспорт, вы получаете также и дополнительную ответственность. Но этот документ не означает, что вы становитесь полностью самостоятельными. Я надеюсь, что вы будете также беспрекословно слушать своих родителей всю оставшуюся жизнь, всегда и во всем. Свой новенький паспорт в нарядной обложке получила сегодня и ученица 8 класса лицея номер 17 Ника Ушкова. Гордость я ощущаю, что теперь я не просто человек в серой куче, что у меня теперь есть паспорт, и я уже являюсь гражданином России. Восхитительная просто атмосфера, неимоверное ощущение, все очень прямо позитивно, никогда не забуду. В подарок каждый из ребят получил Конституцию Российской Федерации. После вручения документов всех пригласили на общее фото, запечатлеть памятный момент.